Да? Привет, я Джоди. Это ты бывший? Значит, ты никого не видел? Там нет парней, склоняющихся возле комнаты Алекс. Парней я уж точно не видел. Мы Зака здесь подождем или в магазине комиксов? Здесь. Ты ведь видел кого-то? Скажи, кто дал тебе чек? Расскажи, как все было. Перескажи все слово в слово. Говори. Зак! Эй, как дела? Я думаю, отлично. Ну, как дела? Хорошо, хорошо. На самом деле ужасно. По-моему, я напугал Саммер. Не знаю, она отказалась пойти на свидание и устраивает какой-то девишник в бейт-шоп. Она не перезванивает мне. Я ничего не понимаю. Может, комиксы помогут? Я тоже страдаю. Может, пойдем сегодня в бейт-шоп и поговорим с девчонками? Или забудем о них. Знаете, давайте тоже веселиться. Моя идея пойти в бейт-шоп лучше. Да ладно, мы ведь каждый вечер с девчонками проводим. Круто! Видишь? А? Да, это то, что нужно. Новый шаг становления мужчины. Возможность почувствовать, как это быть настоящим мужиком. Сет. Хорошо. Так, сейчас 07:00 часов. Мальчишник объявляется открытым. Так, Сет, 07:00 означает 7 вечера. Никого не волнует, что я хотел стать офицером. Слушайте меня, Ньюпорт нашей власти. Так, идем. Те же и сделаем то, что делают настоящие мужчины. Да. Райан, а что они делают? Мы можем поехать в Лос-Анджелес, в клуб или в Вегас, в Тихуану. В прошлый раз не очень удачно съездили, но в целом задумка неплохая. Вы хотите остаться дома и играть в видеоигры? Плохо, да? Да, Саммер связала меня по рукам и ногам. Нет, мы должны вытащить тебя на улицу. Или мы сами можем себя развлечь. У нас есть все, что нужно. Телевизор, куча комиксов, свет. Ладно, да, это все, что нужно для личного отдыха. Предлагаю остаться дома. Мальчишник дома.